Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня я вам перетащу себя сюда, расскажу, как получить можно без доната Минотавра, топового героя для подземок, ну и так интересного героя. Его можно получить без доната. Это очень легко. Все, что вам надо, это просто задонить. Шучу. Не надо ничего донить, надо просто выполнять квесты. Есть у нас квестики. Немножко не туда зашел. Такие есть квесты. И есть квесты, которые находятся. Сейчас я вам покажу, где. Вот здесь. Квест называется, вот видите, это Lord Quest. Здесь вы получаете, можете получить вот этого Frost Witch. То есть ее получить. Мастер Райдер, вы получаете плюхи для прокачки. Тоже тяжело фармить, потому что много багов. А здесь вы получите друидика, ну и кучу разных плюх. Здесь за ежедневку вы можете получить Фрею. Но самое основное это вот Rising Star. В чем суть? Есть у вас 5 дней. За этих 5 дней каждый день надо фармить определенные, ну, делать определенные квесты, и за выполнение за каждый день вы будете получать определенные плюхи. То есть вот плюшки третий день, да, здесь скроллоки, разные темы. То есть это все прокачка зданий, то есть выполнение ежедневок, прокачка зданий, иметь 8 героев, вот иметь героя 25 левела, то есть вот это все. И на 5-м дне, ребят, вот, если вы заполните все эти квесты подряд, вам дадут, как видите, вот мы сейчас его заберем, Минотаврика, 300 самов, 300к, и дополнительно вы получите Минотавра. То есть вам, по сути, надо 10 осколков, шапки я пока нигде не встречал, вам надо 10 осколков для того, чтобы получить героя. Это, в принципе, делается очень легко. То есть вам надо будет прокачать, смотрите, покажу, что надо на максималке, чтобы у вас уже было. Прокачать пятый и любой гарнизон до 5-го левела. В моем случае это стрелки. Пройти 50 волн, зарейдить 1500 очей. Defeat Edward Guns 5 левела или больше, 3.10, 25 оплотов захватить, поставить 13 холл, 13 академию, иметь выше 500к. То есть вы пока это будете качать, проходить, думаю, это не проблема, это быстро набирается здесь сила. Проапгрейдить 5 левел герою, 30 левел сделать, иметь 10 героев. Вот, и соответственно, если вы это все выполняете, у вас вот так вот, оп, и оп, и вот Вася, ты получаешь, соответственно, я получил вот такие вот плюхи. Вот видите, сундучки за 5-й день. То есть мы получили все, то есть я смогу его получить там через один день там с копейками. Вот, то есть я сделал весь прогресс, соответственно, у меня есть все плюхи уже. Вот, идем сейчас проверим. Сейчас я ребятам помогу. Так, это я могу улучшить шапку. Вот, ух, нет, вот я опять получил скроллы. Я могу докачать героя. То есть в данном случае я сейчас активно качаю вот этого персонажа. Так, увеличиваем ему крит и деф. Вот. Так, сейчас мы ему апнем. Левел. Все, отлично. Что там у меня сабди хватит. Сейчас ее еще апнем. Вот. Вот наш Минотаврик. И вот я. Ну, это фигня, конечно, по сути, но все равно. Для нормального обычного игрока, то есть вы сможете открыть его.
То есть это еще один дополнительный герой. Либо через донат, либо таким образом вы его можете получить. Так, мы получили там плюхи. У меня накопились дополнительно вот 43. Есть, видите, я не могу оттуда забрать. Так, помогли мы ребятам. Что там у нас в гильдии творится? Забрал я последний квестик. 40 не дают забрать. Делаем ассист, его уже гильдия 5 левела. А, вот. И, соответственно, вы имеете возможность получить, то есть, очень много героев. Некоторые герои собираются на арене, некоторые собираются в гильдии. Так, это реворды нам пришли. Сейчас мы их позабираем. VIP. Видите, я их забирал, сейчас позабираем. Реворды забрали. Наши атаки, дефенсы. Это то, что вы получаете, когда атакуете других. То есть вы можете получить какие-то ресурсы. Это с ботов, которые есть на глобале, то есть на мировой карте. Вы можете посмотреть, что вы получаете в итоге. Ну, то есть куча писем. Так, что у нас тут еще есть? То, что вы собирали, ресурсы, которые собирали. Здесь письма уже других. Здоров, здоров, эхо идол. В общем, вот так вот, ребят. То есть шансы есть у всех. Поехали. Поехали, пооткрываем. Плюшечки. Вот у нас есть 43 кея. Сейчас мы попробуем зафармить. Посмотрим, что у нас упадет. Может, что-то выбьем интересного. Так, 5 это на скилл. 29к. Вот 10 на прокачку. Ну, дупликейт это на прокачку звезд. Это все, что вы получаете. Это получается все на прокачку идет. Самое основное, что здесь для меня, например, это опыт. Потому что реально замахиваешься качать героев. Что в глобале дают мало, что в рейдах. Там по 1000 дают, то есть для того, чтобы прокачать, надо 500 раз зарейдить. Вы за день столько не зарейдите, потому что оно так долго грузится, все, что это просто Unreal. Еще и бывает вылетаешь. Ну, в любом случае, надо рейдить, рейдить, проходить всем, поднимать кубки, потому что там дают бездонатные самоцветы и кучу топовых ресурсов. Так, ну что, давайте по 10 апнем. Вот так вот запали. Плюс 10. Видите, ничего нового с героев. Как Unreal выбить. И падает. Один герой 100% будет какой-то донатный. Дальше вот открываться за VIP-а. Так, хорошо. Так, поехали в героев. Можем, видите, здесь до upgrade level. Делаем апгрейдик. Вот, кстати, чем выше уровень прокачанного героя, тем... Ну, здесь сила очень быстро поднимается. Так, друиды я не хочу. Я буду сейчас докачивать
Сабби. Надо ее по максимуму докачать. Так, еще у нас по героям. Некоторые героев должны быть прокачки. Так, это пассивки я пока не трогаю. Таска тоже пассивка. Пассивка. Вот здесь. Немножко подкачали. Здесь тоже мы получили. Вот эти все прокачки тоже можно получать в подземках, то есть можно фармить подземки, там друида можно дофармить нормально. И этого, ну, типа паладина, и как он там. Так, интересно, лям 300 мы апнем. Или нет? 298. Так вот, нам чуть-чуть не хватило. Ну, я, в принципе, да. В общем, все, пишите комменты. Как видите, роллинги здесь не такие топовые. Ну, можно вытащить там героя, но потом вы больше ничего оттуда не вытащите. Все, всем удачи, всем пока.